Ложишься головой. А, по диагонали, типа, да? Да, по диагонали вообще отлично. Ой, главное не перевернуться. Так, джимник. Да главное в джимник не вклепайся. Знаешь, сколько он стоит? Как 10 твоих нив. Фаркоп, это не страшно. А. Слышь, как-то там мы впереди оказались, как-то же все там вроде где-то слева были, или мы сорвались. Они едут впереди тоже люди. Ну, резанули мы красиво только что. Ну джимника вообще не кидает, ничего. Да, хорошо глотает, да? Как-то да, он так, или он медленно едет, или... Да нет, тоже потряхивает, или лучше. У тебя тут амортизаторы, наверное, БУ просто. Или это мне кажется? Нет, нормально. А как ему так мягко и он едет, непонятно. Пружины посчитаны. Да глянь, Луаз как валит с бородачом, ёлки. Там на Луаз нагрузка реально тройная, когда бородач внутри. Ну вот, друзья, валим дальше. Все нормально. Но ты купил за двадцатку такую сумку? Да в жизни ты че за двадцатку? Не, ну она как бы, если есть двадцатка, как бы позволяет бюджет. Машина интересная, она и, грубо говоря, наверное, экономичная достаточно. И по городу компактная ездить можно. Сколько как универсальная. Они ж дизельные, ну я не знаю, дизельные? В Украине. Не, в Украине не знаю, есть ли дизельные, бензиновые, 1,5 или 1,6. Какой-то. Ну, ты знаешь, 1,5 уже дизель. Не-не, бензиновые, говорю, а дизельная тоже там маленький объем. Ну, дизельная вообще в сказка была, конечно. Ё-моё, бородач впереди в зеленом УАЗе. Мы догнали его почти. Ну, кстати, УАЗ на дизеле. Я знаю. Смотри, как тут. Как в повороте так. Что там, оффроуд? Оффроуд, да. Оффроуд. Не, ну, красивая такая дорога. Красивая тема. И диагоналочку можно. Ты включил блокировку. Веталь. Нормально едем. Выключил. А что, можно на ходу выключать? Блокировку, да. Да. А вот пониженную нет. Вот в Ниву очень хорошая, мне так кажется, тема, это чтобы была синхронизированная раздатка. А, что пониженная, повышенная? Не, ну это... Нет, ты хочешь? Знаешь, это очень удобно. Вот, допустим. Не, ну понятно, что удобно. На ходу щелк выключил или тише, да. Включил. Причем это делается там, по-моему, очень уже не сложно. Делается, да? Да. Жестяк тут, конечно, такой. Интересно. Да, тут, конечно, когда растает, да? Ну вот ты видишь, как джип. Вот проехал. Хотя, да, такая. Для такой машины, мне кажется. Нет, ну полноценный внедорожник, что ты хочешь. И да. Так, Рено Дастер пускаем вперед. Что, давай. Видно? Да. У Дастер аккуратнее идет намного. Дастер аккуратней. А ну что у Дастера за резина? Что за резина? Тоже обычная. Обычная, да? Да. Ну видишь, у него за счет независимой подвесочки рычажки так идут. Надо аккуратно, конечно, на нем так. Беспардонно не подубасишь. Можно что-то погнуть, загнуть. Подключаемый пол. Там как-то муфта, через муфту. Не знаю, кстати, там досконально. Не, ну есть муфта, которая перегревается. Но есть блокировки уже Харьков делает. Где он? Оторвался? Вот он. Дастер, да. Нормально идет. Я вам скажу, за Дастером держаться совсем непросто. Хотя на вид казалось, что он едет очень аккуратно и медленно. Ни хрена не медленно. Ну, у него колесная база длиннее, плюс независимая, он проглатывает эти все неровности достаточно хорошо. Вот вам и Дастер. Он же тоже 20-ку стоит. Да, но на полном приводе, да, там и больше есть в комплектации, смотря какой мотор, как нафарширован, стоит. Ниву, кстати, новую выпустили, Нива Тревел. И что, хорошая? Да, блин, в полном фуле, там даже есть камера заднего вида, ё-моё. Ни хрена себе. Вот. Стоит топовая 820 тысяч рублей, это где-то 11,5-12 тысяч. Ну это там, а у нас это пятнарик или больше. Да какой пятнарик, конечно, там 20-ка будет. Кто возьмет Ниву за 20? Никто. Никто. Не, ну лучше вот такой 21. Не, нет, лучше.
И там кузов вот весь, не кузов, все бампера, все пластик. Как песня, там мечтал я о короткой Ниве. А ВАЗ 21-21. Давай, давай, подрезай. О, давай, давай, о, давай Дастер снимем, подожди, пусть Дастер едет. Дастер призадумался. Призадумался, да? Да. Что, поехал? Давай сразу за ним, сразу, чтобы мы рядом были. А эти? А, или стой, я отсюда сниму. А эти в первый Блин, ну. Закрыл все. Ах, ты же, елки, надо было за ним сразу ехать. Да. Дастер едет, видите, брод. Ну, тут, вот, прям скажу, жестковато так. Жестковато так, ребята, тут. Ну, для Нивы как бы нормально. Ну, Дастер призадумался. Они, по-моему, первый раз вообще приехали. Ну да, но их не было. Ну, к нам точно первый раз. Что, кушать останавливаемся? Ну да, через 20 минут. Полежать, понартилопать полчасика. Держись, бородач. Уже что-то больше, да? Да. Ну, Дастер был, конечно, этой луже, по-моему, неприятно удивлен. Ну да, ну что. А я в первый раз свой брод проезжал на него круги. Короче, были мы в Нескучном. Ага. Ну и что, я где-то шел в середине колонны, там, четвертый или пятый. Так. А там такое место, что, ну, не разъедешься. И я, короче, вижу, впереди машина пошла по этому броду. И понимаю, что я ехать не хочу. Ну придется. А другого варианта, да, нет. Да не, понимаешь? И, короче, едешь, и когда вода тебе через капот, ну если на лобовое, это страшно. Да, это такое. Тут, понимаешь, вот этот лед и пыльники, понял, самое неприятное. А там все-таки граната не 300 гривен, как в Ниве стоит, понимаешь? То не очень. На Дастере, конечно, не очень. Да, поэтому Дастеры. Джимни же можно назвать просто дорогими Нивами, да? Да не, ну Джимни и Дастер это разное. Нива белая замыкающая, передо мной Паджеро едет. А что, больше никого перед нами нет? Так, куда-то мы выезжаем на какую-то дамбу. Так, осторожно, тут выехали на дамбу. Они как-то вниз ушли. Так, опять какие-то заливы. Да, в какую-то цивилизацию выехали. Улицы. Это улица Ленина. Ленина, да? Я думаю, да. Ну, центральная улица обычно. Набережная. Набережная улица. Нива едет с четырьмя автомобилями. Паджеро, Дастер и Сузуки. А где делся этот американский Виллис? Виллиса мы не видели. Прием, прием. Кто видит Виллис? Нету Виллиса. А кто последний его видел? Ну, был он вот там, где мы по встречке ехали, а потом я не видел уже больше. О, у вас едет. Так, у вас нашелся. О, и Виллис нашел. А, не, у вас. Подожди, скажи им. О, и Виллис есть. Все, она. Все, всех нашли, они догнали нас. Ох, нихуя себе, сколько мы. Тихо, блин. Есть. Нива белая замыкающая. Ты же знаешь, что... Не, мы же там понял, на обгон шли. О, это еще один какой-то Дастер? Ну да, их же два было Дастера. А, два Дастера? Мы же там понял, когда по встречке валили, мы же обогнали. Все, едем. Все нашлись. Давай по встречке давай снимем их. Дастер на зимней резине, Дастер... Андрюха на наварке, Виллис
Андрюха на Триподоре. Блин, мы уже перенервничали, где вы были? Классно, на Богере. На Боджеро, на Зимней. На Сильвере у вас. Гастер, на Зимней. На Зимней. Джимник. Да, Джимник тупо на стоковой. Леха на стоковой. Полуатэшка. Джип тоже на Зимней. Ну это уже серьезная машина на серьезных колесах. Мы уже в Пырново, елки-палки. Вот это мы влупили. Куда ты поехал? Мы пропускаем. Поедем за Мурающим. А не, давай за зеленым ЛуАЗом. За зеленым ЛуАЗом. Да ты шо? Давай за Виллисом. За Виллисом сможешь приехать? Снег идет, видите, какой. Лаза Субару. Посмотри, как он валит, слышишь? А что-то у него, то выхлоп справа, да? Слышь, как красиво вообще, да? Да, шикарные места. Пансионаты. Летние, правда. Короче, Веталь к Навальному с подозрением отнесся. Да это актер. Актер, да? Конечно, актер. Но все они там актеры. Все. А главный Владимир Вольфович, да? Нет. А главное, их никто не знает. Они где-то сидят и пишут сценарии. У них сложная работа. Ну да. Филин, филин сломал что-то, а ну подъезжай. Нет, пиво слетает. Да? А ну давай. Ого. Жестковато тут, да, Пашенька? На сликах. Ты видел, что вы на сликах, Паша? Бородач толкает ЛуАЗ. Это кадр дня. Подожди, пусть сам толкает. Как кататься, так сам. Давай, давай, Бородач, толкай, я тебе фото сделаю на аватарку. Блин, как красивая машина. А вот и оффроуд, друзья. В поисках пляжа, и мы пляж нашли, да? Веталь, помоги! Бородач, толкай, не держись! Вправо руль, Леш, вправо! Чуть назад, да? Туда я назад. Давай назад и вправо руль. Вправо. О, давай, пошел! Помогай. А ты? Позорят бренд, да? Не говори. Лалес в шоке. А ты тут проедешь? А ну давай, для интереса. Простое место, просто песочек, да, но тут мокрый со снегом. Насколько Нива лучше ЛуАЗа? Намного. Легенько пошла без проблем, я не знаю, что вообще за... Сейчас попробуем. Субару в этом же месте. Видите, тяговитый мотор, хотя мотор в зеленом тоже дизельный. Но не напрягаясь. Там он экшен начинается. Конкретный. Ого. Лаза Субару в дрифте идет. Корни. Смотрите. Все. Давай, пере. Давай. Тут вытащил. Ну поехали, ладно. Еще там будут места, наверное. Не так тут просто, как кажется на первый взгляд. Видите, какой глубоченный песок, плюс подъем.
Видите, какое место коварное. Еще назад. Что, меня Виллис потянет? Да, да. Еще, еще, еще. Я думаю, спасет. Подожди, Ром. Стой. Чего? Давай еще. Удивились, как в этом песке очень уверенно себя чувствует. Вправо, наверное, ровняй. Попробуй вперед, влево рули, вперед коксу, Ветль. Развернулся красиво. Не дают Виллису спасти, уже Рубикон подогнали. Подождите, Виллис едет, не надо Рубикон. Блин, как война вроде только закончилась или идет. Такой пейзаж. Ходом, смотрите, как он идет. Чик и все. Шо не, шо не. Да. Смотри, как он едет сам. Сейчас братуха поцелует деда. Давайте Виллис выйдет. Давай, бери его за ручки. За ручку, ручки специальные. Глянь, взял за ручку и вынес. Серьезный. Правнук приехал деду помочь. Сейчас раз, и Рубикон сидит. Отлично, надо больше машин. Надо больше машин, говорит. Да не, Рубикон его не вытащит. Вытянул. О! Коварный песок, да? Перепутай педали. Так, ну все. Блин, феерично было, если бы тебя Виллис спас. Ну, наверное, не спас бы, да? Нет, не спас бы. Сидел ты там уже плотно. Фух, тепленько так стало. Появился. Сзади? Ну, Бородач же вернулся в истерике. Что я тут организовал за оффроуд? Несанкционированный. Ну, идем неплохо. К следующему пляжу. О, ля, какой мост, слышишь? Это мост? Вояки положили. Да? Да. Давайте рубанем по этому мосту. Давай. А вдруг мы... Нет, а вояки мост проложили. Магазин. Мы едем в магазин, слышишь? Точно? Когда Бородача в Луазе увидели, что прятались за забор сразу? Сказали, батюшка, благословить. Да.
Пырного центральную пересекли. Теперь вот так прямо и вдоль Десны дальше есть дорога тоже, я знаю. Мы тут были давненько уже. Слышишь, какие тут коттеджи, блин, интересного типа такого блочного. Да. Что-то с торца там одни туалеты получаются. Или душ. Американские. Да. Американские. Особенно, когда пять машин друг друга как вклепают. У бати кореш работал в гидропарке на американских горках, понял? И мне было лет, ну я так плохо помню уже, но помню очень, не то что плохо, а запомнил я точно, потому что, о. Прикольненько, приятненько, такие же радости. Батя посадил меня в эту машинку, а я же не знаю, что будет дальше. Как шандарахнули сверху. Я так вцепился, еле руки разжал потом. Ну, маленький был, не помню, года 4-5, наверное, лет 5 мне было. Может, 6. Не, 6, наверное, не было. А в Харькове есть в парке Горького прикольный аттракцион. Кокон такой. Ага. Значит, снизу его цепляют каким-то крюком. В кокон садятся два человека. На стойках трассы, натягивают трассы эти, и потом резко отпускают крюк. То есть ты летишь вверх, там, я не знаю, метров, я думаю, 20 с бешеным ускорением. И потом что, свободное падение? Да, свободное падение. Ну и она вот так вот подтелепается несколько минут. Жестко. Так, ну тут оффроуд. Какой оффроуд? Даже... Ну такое лужа просто. Виллис даже проезжает. Да, Виллис. Виллис много где может проехать. Помнили мы тут про пол копейки Макса из Прилук. Мотороллер у него ник. И дверь с двумя форточками теперь. Не, багажник не надо обрезать, наверное. В боденьках уже. В боденьках мы уже каких-то. Услышал, Андрюк? Может, у бабенки были? Давай уже в Евминку, тут недалеко уже. Это называется географический кретинизм. А в Евминке какой оффроуд, да? Да. Надо еще как-то туда поехать. Подалеко. Вот снег растает, а надо ехать. Далековато немножко. Так зато какое знатное место. Не, ну есть много хороших мест рядом и не рядом. А у нас сколько литров бак? Вот видите, сколько у нас топлива осталось? А это, оста газа. Газа? Ну, километров 300 еще. Так, ушли вправо. Андрюха поехал на оффроуд, не заправил тачку. Ну. Миша, мы заехали заранее.